Фольклорный коллектив «Солодкая Мара» так вкусно называется не случайно. Представляет он гомельскую кондитерскую фабрику «Спартак». В прошлом году ансамбль победил во втором смотре конкурса художественной самодеятельности среди организаций концерна «Белгоспищепром». У нас она больше 20 лет коллектив на фабрике существует. Ну, ходим после работы, когда во время, как получается, но это дело мы не бросаем. В том году мы заняли первое место среди 29 коллективов «Госпищепрома». А в этом году принимает Гродно нас. Конкурс художественной самодеятельности среди организаций «Белгоспищепрома» прошел уже в третий раз. И в этом году гостей принял Гродно. Всего в город на Днемана приехали 600 участников 27 разных предприятий концерна. Здесь представлены практически все наши отрасли. Это и сахарная, и кондитерская, и масложировая, и белсолод, консервы. Ну, то есть все. Всего у нас работает в концерне более 26 тысяч человек, но сегодня здесь самые лучшие, конечно же. Это мероприятие, оно идет, инициатива идет снизу. Коллективы сами хотят участвовать в таких. И это очень хорошая площадка для встречи, для обсуждения своих проблем, своих вопросов. Это встреча друзей. Площадку для встречи в этом году организовал один из флагманов концерна «Белгоспищепром» – гродненская табачная фабрика «Неман». На торжественном открытии конкурса хозяева мероприятия вручили гостям памятные сувениры со словами поздравления и благодарности за возрождение традиций народного творчества. От министра культуры Беларуси Бориса Светлова выступил его заместитель Василий Черник. А после стартовала концертная программа. Рассчитана она была на 2 дня, на выступление каждой команде 20 минут. Концепция «Нам песня строить и жить помогает». Первыми своими вокальными талантами удивили сотрудники нашей табачки. Сначала пела молодая гвардия, позже ансамбль ветеранов труда. Я думаю, что это очень интересно, когда на любом предприятии есть свой художественный коллектив, который стремится каждый год быть первым, готовится, волнуется. Первый год, когда первый раз был, у нас было, конечно, трудности. Потом уже понравилось всем, и с каждым годом у нас все больше участников. Игорь Долгих работает в организации юрисконсультом, однако серьезная профессия не мешает ему оставаться творческим человеком. Юрист – это тоже творческая профессия. Это все-таки относится к профессии людей категории лириков, а не физиков. Потому что закон можно трактовать по-разному, также и песню можно исполнять по-разному. Для конкурсантов, гостей и зрителей организовали и разнообразную развлекательную программу. В фойе Купаловского вуза можно было продегустировать продукцию некоторых предприятий-участников – конфеты, шоколад, печенье, мармелад, зефир, квас. В первый день концертно-конкурсная программа продлилась до 7 часов вечера, во второй – до обеда. В зале, несмотря на момент соревновательности, царила атмосфера дружбы и сплоченности. Однако победитель все же был определен. Первое место опытное жюри отдало самым талантливым и музыкальным работникам Гродненской табачной фабрики «Неман». Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, новости «Гродно плюс».